Стоп. Ты как? Прогнись в груди, продышись. Прогнись в грудь. Случайно получилось, просто по привычке кинул, он навстречу пошел. Из-за этого, может, как-то будет выглядеть жесткий удар. А так, не хотел его травмировать, хороший парень. Чемпион Кубка России по ММА, чемпион Кубка Москвы, чемпион чемпионата Москвы по ММА. В 2018 году был первым номером сборной Москвы по ММА, по боксу. Чемпион Кубка России по кикбоксингу, чемпион Москвы по кикбоксингу. Ну, пока все. Друзья, всем привет! Вы на канале Body Mania, с вами Мамлеев Наиль. И сегодня бойцы битвы за хайп поспарингуют по правилам бокса и поборются против бойцов Body Mania. Смотрите, будет интересно. Всем привет, меня зовут Карим Ислам, мне 21 год. Я тот узбек из битвы за хайп. Пришли побоксировать с ребятами. Посмотрим. Хорошие ребята сегодня, я думаю, хорошие спарринги будут, жаркие. У него перчатки, две перчатки, как половина меня. А так мне проблемы вообще не живы. Мы же не будем ронять друг друга. Так, поработаем на технику, покажем. А если моряк начнет жестить, что делать? Жестить буду я. Рука руку моя. Рубиться будем. Мясо, кровь, пот. Так, парни, работаем по правилам бокса. Правила не нарушаем. Пожали руки, слушаем. Все, разошлись. Давайте, бокс. Ну ничего, парни, пристреливаются друг к другу. Но моряку тяжело, конечно же. Вот. И вес, и рост. Ну, основной рост. Очень тяжело из-за этого. Подойти к нему. Вот. 125. А я вешу 83. А он 125 в этот, ну. Вообще, ну понимаете, да, в чем прикол? Ты морячка, я моряк. Не, ну это, ну. Что ты начинаешь от этого? Нормально же общались. Сейчас 95, рост 1,98 м. Мы стараемся набирать вес хотя бы до 100, 110. Я думаю, 110 будет комфортный вес для соревнований, для тренировок. Потому что я высокий, вместе роста там нужен вес. Мне говорят, что если буду вес увеличиваться, то скорость уменьшаться будет. Но я думаю, это чисто. Это кто не занимается, возможно, у них будет падать скорость. А кто занимается, тот, у того остается скорость таким же. И мне куда скорость... готовишься? Что? Куда готовишься? Готовлюсь. Труджим, Body Mania, битва за хайп. Куда пригласят, там буду биться. Я за любой кипиш. За любое движение, за любой кипиш.
Да, проблем не нужны. Я помню, с датском тоже дрался. У нас был такой согласованный спарринг, который перешедший в битву. И мы там нормально зарубились. Там на самом деле круто было. Спасибо всем бойцам, которые со мной спарринговали, бились. Я думаю, меня еще все вспомнят. Я как-нибудь появлюсь на всяких каналах. Банда, здорово! Качал банки сегодня. Вот внимание, звонит, говорит, надо побороться. Вытянули со спортзала, короче, вот сейчас буду бороться с олимпийским чемпионом мира, с Асифом, по вольной борьбе. Так, парни, боремся до сдачи, правила не нарушаем, слушаем мои команды. Все, пожали руки. Не качайтесь, пацаны, бросайте качалку, записывайтесь на вольную борьбу. Так, у тебя кровь идет. Почему без кап? Что сказать? Давай, моряк, давай. Джек, а есть шансы, короче, что мы тебя увидим в ММА, в боях, там, может, где-нибудь там в грэпплинге? В грэпплинге, в борьбах, да. В ММА точно нет, чтобы потом такие боксеры не рассказывали, как мы многим падаем. Ну, короче, Женек в молодости очень много, ну как, немного. Ты сколько занимался борьбой, Жек? 3 года. Жека, сколько, а греблей? 5. 5 лет гребли, 3 года борьбы, вот, потом жесткий кач. Всем привет, меня зовут Магомедов Шамиль, я являюсь представителем Universal Fighters, тоже предложил мне Ислам, чтобы поучаствовать в этих съемках, чтобы была возможность
даже если даст Амиран возможность поучаствовать в битве за хайп или на бодимане, я бы хотел побиться, мне без разницы, с кем, кого приложить, тем и буду биться. Приготовились? Пожали руки. Бокс. Так, по правилам бокса это бэкфист. Да, да, без бэкфистов. Оси в подбородок прячь, куда ты так лезешь? Пожали руки. Давай, по правилам бокса, парни, пожали руки. Разошлись. Все, без бэкфистов. Все, давайте бокс. Стоп. Ты как? Прогнись в груди, продышись. Прогнись в грудь. Слышишь? Стой, стой, стой на колени. Случайно получилось. Просто по привычке кинул, он навстречу пошел. Из-за этого, может, как-то будет выглядеть жесткий удар. А так, не хотел его травмировать. Хороший парень. Ты с кем обычно спаррингуешь? Вот, чемпион Европы, друг мой, по боксу, мастер спорта. И вот чемпион России, мастер спорта по ММА. Мы с ним подтягиваем борьбу, работаем в позициях. И потихонечку растем с такими хорошими друзьями и спарринг-партнерами. Ребята, если вам эти проблемы не нужны, подписываемся на Инстаграм, ставим лайк этому видео и занимаемся спортом. Давай, разминайся, и можешь мне рассказать все правду. Шла Саша по шоссе и... Что опять? Кто, да? Что, откуда, да? Почему? Кто ты такой? Не знаю. На вертушку сможешь? Нет. Постарайся мимо, пожалуйста. Мимо? Ну просто ногой, да. Какой? В левый ухо или в правое? Подожди. Да не размялся, подожди сейчас. Давай. Разомнусь. Привет. Где обещанные тренировки, бля? Опять ты. Опять с камерой. Смотри, Раджаб, что-то не дают покоя, видишь, ходят. Надеюсь, вы это выложите или как всегда? Ну, как всегда. Смотря кто монтирует, понимаешь. Монтажер, я с тобой знаешь, что сделаю? А что не выложили? Я просто не смотрю больше. Не знаю, просто много чего снимаете, не выкладываете. Да, я недоволен. Правильно, правильно. Давай, двойной бицепс сможешь? Двойной бицепс?